кейс, краш, слоты, бешеные иксы. Все это на сайте Apex. What the fuck, нахуй? Он предлагает отвязать киску своей жены, блин? Это как Диман рассказывал, слышь, про этот, про курсы сквирта. Он вам не рассказывал? Он типа заплатил деньги, чела, и без рук. Серьезно, сори. Блин, это не тот, который был, он умирал. Короче, здорово, не знаю, он, короче, заплатил. Короче, тип был Амирана, но да, время. Не даю рассказать, сука. Я хочу послушать. Он, короче, заплатил деньги, пришел на занятие, типа, там встретил вот мужик, они там пообщались, он, короче, заходит, и там просто лежит его жена, типа, голая, он начал ее сквиртить. Вначале мужик, потом показал как, потом Диман хуячил. Да, причем Диман говорит, типа, я... Стой, на его жене? Да. Ёбан. Причем Диман говорит, типа, я прилично оделся. Понял, типа, бизнес. Ну, хорошо. Говорит, типа, этот чел начинает хуярить, типа, ну, спиртить ее, и на него как струя ебашит на всю одежду. Диман говорит, блядь, у вас нет фартука, ебать. Пиздец, блядь. Диман, типа, этой хуйней не занимался. Мне вот в этом...